Отныне потребители будут иметь право выбрать способ защиты своих прав, то есть граждане, столкнувшиеся с каким-либо правонарушением, могут или подать иск в суд, или обратиться в государственный орган для привлечения к ответственности по закону недобросовестных субъектов бизнеса. Это возможно в рамках нового законопроекта о защите прав потребителей. О других нововведениях законодательства смотрите в материале корреспондента. В рамках нового законодательства о защите прав потребителей предусмотрено повышение роли общественных институтов, в том числе путем введения омбудсмена в этой сфере. Также предлагается распространить правила защиты прав потребителей на жилищно-коммунальное хозяйство, связь, туризм, торговлю, транспорт и другие области услуг. Это необходимо для комплексной защиты потребителей во всех направлениях. Предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемую в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены в досудебном порядке при обращении к предпринимателям. При этом что размер штрафа составит от 10 до 50% от стоимости товара. Принятие нового законодательства напрямую вытекает из поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева. Решение также было мотивировано ростом количества жалоб на нарушение законных прав и интересов клиентов. По словам Ерлана Убакирова, в прошлом году в департамент поступило 863 обращения со стороны потребителей. Вместе с тем следует отметить в области экономики, по которым чаще всего поступают обращения. Это у нас розничная торговля 44%, электронная торговля 18%, а также туристические услуги это 5%. Рост количества поступивших обращений за 2023 год в данных сферах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года свидетельствует о росте нарушений прав потребителей со стороны предпринимателей, о предоставлении бизнесом качественных услуг, а также по повышению потребительской культуры. Отметим, что действующие юридические требования распространяются одинаково на офлайн и онлайн продавцов, однако торгующие на электронных торговых площадках не всегда их соблюдают. Поэтому в дальнейшем предлагается обязать владельцев электронных магазинов заключать договоры с предпринимателями. Недобросовестные продавцы будут привлечены к административной и гражданско-правовой ответственности и лишены возможности торговать на маркетплейсах. Эльмира Оспанова, Фариза Асылбекова, Журсена Мирзак, Бекжан Толебек, Кокше Акпарат.